Этого симпатичного парня из Запорожья представлять не надо. Достаточно сказать, Владимир Ященко. Он начал заниматься в детской спортивной школе трансформаторного завода. Мирового рекордсмена в нем воспитал талантливый тренер Василий Иванович Телегин. Еще юношей брал высоты, недоступные более взрослым и опытным атлетам, и вознесся над рекордной высотой 2,35. Прага, 1978 год. Чемпионат Европы по легкой атлетике. В единоборстве с сильнейшими прыгунами континента Владимир Ященко, золотой лауреат.